Ну, вы правильно отметили, что мы действительно ежегодно комиссии по социальным вопросам выезжаем сюда, в детские оздоровительные лагеря, для того, чтобы посмотреть, насколько комфортно здесь детям отдыхается и насколько те условия, которые для них созданы, им приемлемы и удобны для отдыха. И поэтому мы в начале сезона, перед тем, как открываются оздоровительные лагеря, приезжаем с комиссией и смотрим их степень готовности к открытию. Да? И в течение вот того периода, пока идет летняя оздоровительная кампания, стараемся, конечно же, с депутатами выехать. Сегодня, как вы заметили, у нас расширенный состав комиссии. Наверное, сказывается то, что депутаты отдохнули в июле месяце практически без работы в Думе Серовского городского округа. И к нам присоединились точно так же депутаты из комиссии по ЭТС ЖКХ, с комиссии по правовым вопросам. И это приятно отметить, конечно. Ну а в целом прошли по лагерю, посмотрели, как отдыхают здесь ребята. Конечно, застали тихий час, но это нам не помешало посмотреть на те условия, где они находятся. Из положительных хотелось бы отметить то, что понравился палаточный лагерь, где ребята располагаются. Ну и остальные корпуса, которые принимают ребят во время летней оздоровительной кампании, обустроены в целом довольно неплохо, скажем. Оформлены уголки, есть стенды по информационному взаимодействию, где ребята могут прочитать всю информацию в течение всего дня, где они находились. По спортивным мероприятиям направления есть, по культурным мероприятиям. Насколько нам озвучила директор лагеря, это партия, ну, скажем, общая партия, да, то есть какой-то тематики нет, и на сегодняшний день здесь отдыхает 341 ребенок, и плюс 13 детей находятся в палаточном лагере. А какие?